Хореографическая студия ансамбля «Донбасс» стала лауреатом первой степени в номинации «Народный танец» на международном хореографическом онлайн-конкурсе «Танцемания». Организатор конкурса – Международный совет по танцу ЮНЕСКО. Данный конкурс является самым масштабным онлайн-проектом для хореографических коллективов в России и стран СНГ. Искренне поздравляем ребят с победой и желаем им новых творческих высот и вдохновения.